О, видите, лиф пошел. Я вижу, что мы вошли с вами в прямой эфир, но я не понимаю, как мне. Так, ну что, мы вышли, мы в прямом эфире. А вы увидели на моей страничке? На вашей еще пока нет. Обновите. Так, друзья, всем привет, кто уже присоединяется к эфиру. Мы тут немножко с техническими вопросами разбираемся, но наконец-то мы разобрались и, собственно, уже в эфире. Так что немного ждем, пока к нам все присоединятся. Аня, а я вижу, что только пост от 20 часов, ну, 20 часов назад. Я что-то обновляю, я пока не вижу на вашей странице. Да, у меня уже пошел прямой эфир. Он в свободном доступе. Попробуйте еще разок его обновить, страничку обновить. Через Chrome оно, конечно, так все по-другому. Угу, ну. Получилось? Я вижу, почему-то последний пост, как издать книгу с баннером. Все. Так. Угу. Так, ну что, я думаю, что мы можем пока начать. Да, мы начнем прямой эфир. Вот, вы там периодически обновляете страничку, и я думаю, что он появится, и вы сможете его репостнуть. Вот, пока эфир тогда будет на моей страничке, и потом можно будет его перепостить на вашу. После эфира, окей? А я могу через телефон поделиться, получается. Попробуйте, да. Так, друзья, кто к нам присоединяется к прямому эфиру, я сегодня записываю прямой эфир на тему «Как издать книгу». И вот сегодня буду общаться с Ольгой Ивановой, руководителем издательства IPO, и будем этот вопрос раскрывать. Поэтому оставайтесь. Вот у нас еще небольшие тут технические такие заминки, но мы эти вопросы решаем. Готовьте вопросы по теме того, как сегодня можно написать книгу, издать ее. И сегодня будем на эти вопросы отвечать. Так. Ну что? Начнем? Да, начнем. Начнем раскрывать тему. Давайте начнем тему с того, как у нас проходит карантин, потому что как вот вы лично для себя его проживаете? С этого вопроса начнем, потому что люди по-разному относятся. Кто-то занимается самообразованием, кто-то... Я не знаю, может быть, настроение не очень хорошее в этот период. Как это для вас? Вот чем вы занимаетесь в это карантинное время? Как вы его ощущаете? И вот как для вас этот период проходит? Не, ну, безусловно, конечно, жизнь поменялась. Вот, и, как бы, наверное, мир тут сейчас делится на оптимистов, пессимистов и пофигистов, да, поэтому я, собственно, себя, наверное, отношу к оптимистам, вот, и стараюсь очень себя не загружать большим количеством информации, там, новостей, там, я не мониторю, сколько умерло, сколько заразилось, чего где происходит, да, там, для какой-то информации я уже для себя сделала выводы по поводу своего отношения к этой ситуации. И стараюсь... А какое у вас отношение, как вы это чувствуете для себя? Не, вот некоторые вот прям понимают, что это время для того, чтобы заглянуть внутрь себя, что-то переосмыслить. А вы как? Ну, безусловно, потому что жизнь в любом случае изменилась. У меня же, ну, я мать двоих детей, у меня один ребенок школьник,
Вот, и, собственно, конечно же, это же нужно было быстренько как-то себя переформатировать, перейти на онлайн-обучение, настроить. У меня нет телевизора, да, уже очень давно, уже лет 15 мы не пользуемся телевизором. Найти нужно было все эти каналы, ребенка каким-то образом отправлять теперь в школу, чтобы он пообедал. Но я могу сказать, что, несмотря на карантин, я все равно стараюсь еще работать. Да? То есть и наша работа не остановлена. Люди сейчас очень нуждаются, но им нужны новые книги. У нас есть заказы, и мы стараемся их обрабатывать и отправлять книги. Поэтому единственное, что немножко роли поменялись, да, то есть я вроде бы как соучредитель издательства, директор издательства, но я иногда бываю и грузчиком, и курьером, и отправщиком книг. Ну, то есть роли немножко поменялись. Но я могу сказать, что я точно поняла для себя, что загадывать и думать о том, как это будет завтра, послезавтра, вот на долгосрочную вот эту вот режиме я хотела бы стратегировать, потому что раньше я очень любила планировать и стратегировать на год, на два вперед. Сейчас я планирую сегодняшний день, максимум завтрашний день. И тут стало так очень легче гораздо жить, и появилось больше времени. И действительно, сейчас появилось время для того, чтобы себя занять тем, чем ты раньше не мог позволить. Да? А у кого-то это обучение, у кого-то это, не знаю, какое-то там приготовление каких-то блюд, у третьих там какие-то тоже развлечения. И круто сейчас, что очень многие эксперты в своей области там делят, да, различные там факты. И очень много сейчас идет в бесплатном доступе, то, что стоило раньше каких-то колоссальных денег, и ты либо понимал, что у тебя нет времени, либо у тебя там нет на сейчас денег, чтобы оплатить курсы. А сейчас у тебя есть такая возможность, поэтому я точно понимаю, что если ты точно не можешь поменять ситуацию, да, то нужно под ней строиться и сделать из нее максимум. Ну вот, и вы, наверное, знаете, это бойтесь своих желаний. Мы все там страдали от того, что пробки на дорогах, о том, что не хватает времени, о том, что, ну, в общем, ну, много было у нас каких-то, ну, денег там друг другу, да, а сейчас вот выезжают на улицу, пробок нет. Хотя на самом деле на карантине у меня почему-то работы стало больше. Но материалы почему-то не хватает сейчас времени. Совершенно. Очень хотелось посмотреть там и такой-то сериал, и такой-то сериал, и почитать такую-то книжку, но работы стало больше. Ага, то есть в вашем направлении, которым вы занимаетесь, даже больше работы. А вообще на издательстве вот отразился карантин, там, кризис, как-то вот, я не знаю, вашу? Конечно. Ну, во-первых, люди работают дистанционно, да. Во-вторых, упали заказы, да. Повысилась стоимость рекламы в интернете, там, да. Вот, поэтому в любом случае, я еще не считала, как мы отработали март, да, какая там у нас получилась маржа, но то, что мы план не выполнили, который мы перед собой ставили, это однозначно. Вот, поэтому, конечно, отразилось, но когда директор и совладелец издательства грузит книжки на новой почте, ну, 100% изменилась моя жизнь и жизнь издательства. Понятно, ваша жизнь изменилась в период карантина. Тут у нас присоединились новые люди к нашему эфиру. Я напомню, что мы сегодня проводим эфир с руководителем издательства IPO. Тема нашего эфира – как издать книгу. Карантин – хорошее время для того, чтобы написать книгу. И сегодня вы можете задать вопросы Ольге Ивановой по поводу того, как издать, опубликовать свою книгу. Я напомню, если, возможно, кто-то не знает меня, меня зовут Анна Котвицкая, я маркетолог, специалист по развитию бизнеса, основатель и директор СММ-агентства «Онлайн-стратегия». Вот у меня проект, в рамках которого каждый четверг я общаюсь с интересным человеком на актуальную тему. Сегодня у нас тоже тема важная, поэтому тоже будьте активны, пишите нам комментарии. Вот к нам присоединился Дима. Дима, привет. Это Дима нас познакомил и посоветовал пообщаться. Дима,
Да. Так, тогда мы перейдем к такому вопросу. Я вот смотрела недавно интервью Ричарда Брэнсона Владимиру Познеру. Оно, конечно, не совсем не новое интервью, но Владимир Познер спросил у Ричарда Брэнсона, почему он написал свою книгу. Вот у него была на тот момент, они обсуждали книгу «Теряя невинность». Ричард Брэнсон сказал, что он считает, что каждый человек должен написать свою книгу о своей жизни, потому что у каждого человека его жизнь очень интересна, и вот поэтому написать книгу может любой человек. А, Ольга, как вы считаете, любой человек может написать книгу? Надо ли писать книгу? Ну, это два вопроса. То, что точно каждый человек может написать книгу, это 100%. А то, что как бы нужно ли это миру или не нужно, это уже, конечно, нужно понимать, будут ли у этого человека читатели или не будут читатели. Вот насколько он, этот человек, ну, как бы интересен миру и насколько будет интересно его... Либо это может быть просто роман о жизни, да, либо это могут быть там, человек делится какими-то лайфхаками своей жизни с людьми. Это тоже в зависимости от темы. А то, что каждый может написать, это однозначно, это я вам гарантирую, потому что я по своему опыту, да, я работала и уже с какими-то состоявшимися авторами, да, там, и авторами художественной литературы, и авторы детективов, да, и, соответственно, там, нон-фикшн литература, это когда вот более там экспертная среда делится своими какими-то своей экспертностью. Вот, поэтому я могу вам сказать, что каждый человек однозначно. А вот у меня такой вопрос возник по ходу. Вы говорите, что вы общались с авторами детективов, и вы общались с достаточно известными людьми. А вы можете поделиться своими впечатлениями? Вот те люди, которые сегодня, сейчас уже признанные писатели, их книги издаются большими тиражами. Что это за люди вообще? Вот люди, которые умеют писать то, что другие читают? Во-первых, это мы, это нужно немножко рассказать о себе. Я 15 лет, уже даже больше 15 лет в книжном бизнесе. Вот. И первая моя работа с издательским делом, она начиналась с того, что я была руководителем пиар-отдела от издательства «Эксмо» в Украине. И моя задача была здесь заниматься именно тем, чтобы издательские бренды распространять на аудиторию читателей Украины. Вот. И обязанность отдела проходила в том, чтобы мы организовывали визиты этих известных авторов в Украину. Соответственно, это пресс-конференции, встречи с читателями, круглые столы. И первыми там ласточками это была Александра Маринина, автор детективного жанра, Татьяна Устинова. Те люди, которые действительно издаются большими тиражами. Дарья Донцова. Вот, это, скажем так, художка, да, и это те люди, которые все-таки, я у них спрашивала, вот, как бы, в чем секрет, но в первую очередь, все-таки, боже, да, то есть люди писали всегда, с детства, писали в стол, то есть они писали всегда, это было их хобби, и записывали там, да, вели дневники и тому подобное, вот, и, собственно, как бы, потом это превратилось уже в какую-то работу, да, писательскую деятельность. А потом это уже организованность, терпение и труд. Потому что вот Александра Марина рассказывала о том, что она приходит на работу в офис, садится и пишет книгу. Да, и так как она работает с детективами, да, то есть, соответственно, она изучает дела. И в зависимости от того, о чем она пишет, она изучает эту тему досконально. Да, о чем она пишет. А банкиры, значит, она изучает банковское дело, изучает банкиров. Вот. Архивные вещи, так как она все-таки работала в органах, да, у нее там был доступ к этим ко всем делам, вот, и, соответственно, она, ну, то есть, вот, человек работает, а потом уже пишет, да, и каждый день это труд, поэтому для того, чтобы писать, там, большего дара недостаточно, нужно еще все-таки иметь терпение, труд и понимать, что ты пишешь, да, и каждый день, да, допустим, хотя бы там 10 минут, но ты написал что-то для твоей книги. Вот.
Можно, конечно, дать вдохновение, но тогда эта книга будет писаться годами. Тут только автору, насколько у автора там серьезные амбиции, да, если автор решил, что он хочет писать книгу за месяц, он, в принципе, может это сделать. То есть писать – это серьезный труд, если вы хотите, чтобы ваши книги читали, если вы хотите стать таким писателем, которого бы читали многие, то это нужно, этим вопросом нужно серьезно заниматься, и это работа, правильно? Да, это работа, да. Ну, это может быть еще и хобби. Вот. Но смотрите, сейчас на самом деле наше издательство – это издательство мотивационных книг, да, то есть в основном работаем с жанром нон-фикшн. Вот, это да, такие... у вас мотивационные книги. Это полезные как книги, и здесь вот на самом деле люди делятся какими-то инструментами, да, вот, и неважно, что это будет какие-то полезные вещи там в здоровье, или в маркетинге, или в менеджменте, или это будет мотивация, и человек рассказывает там инструментами, как достичь там каких-то определенных вещей, да, то есть как бы этот автор понимает о том, кто его читатель, да, то есть как бы какая причина будет прочитать его книгу, да, у этого читателя, что получит он на выходе. И если ты понимаешь, что это вот целиком и полностью срастается в такое вот, ну, как бы это идет, как бы, скажем так, логически замкнутые вот эти вот циклы замыкаются в определенную вот цель, да, уже из этого получается книга. И здесь на самом деле, ну, как бы, тут просто человек делится своими знаниями, а уже на самом деле понятно и художественно это оформить, это уже могут сделать профессионалы-редакторы. Да? То есть тут главное дать контент полезности. А вот когда это стало читабельно, тут уже можно работать в паре с редактором. А скажите, вот у вас издательство специализируется на мотивационных книгах. Это сложилось так исторически или просто сегодня спрос на мотивационную литературу, он больше, чем на художественную? Изначально это сложилось так исторически. Просто партнер у издательства Исхак Пентасевич, да, это тренер личностного роста, да, там тренер номер один в мотивации. И изначально это издательство, оно начиналось как издательство одного автора, да, потому что непосредственно как бы сначала как бы эти книги он издавал, по-моему, в МХА, потом в Фолио, потом решил самостоятельно издавать свои книги. И так как я работала и была, скажем так, обладала определенной экспертизой на книжном рынке, да, я работала директором по маркетингу очень большой крупной сети, которая сейчас называется «Буква», до этого это была «Город», «Нышковый стартапки», да, плюс ко всему, я была еще руководителем пиар-отдела «Эксмо Украина», да, то есть как бы он обратился ко мне вот с таким запросом. Вот. А потом я, в общем-то, перешла полностью, как бы Ицхак предложил стать мне его партнером, и так мы начинали как бы издательство с его книг, а потом затеял там различные, там у него тоже бизнес развивался, он начал работать с экспертами, у нас образовалась серия «Академия экспертов», и там вот эту серию книг авторы там были различными. Например, Света Гончарова, которая, например, написала «Тайм-менеджмент для мам». Да, то есть там есть Дэн Дубрай, который написал книгу об эмоциональный интеллект. Да, там есть Вячеслав Смирнов, который написал, в принципе, он там заслуженный тренер в йоге там, и врач-терапевт, он написал там «Живи энергично», да, ну и тому подобное. Там есть книга «Деньги», на которую написал там Сергей Разводовский. И так, таким образом, начала издательство, превратилось из издательства одного автора, да, появился у нас какой-то портфель уже такой вот, да, и начали подтягивать различные авторы, и таким мы стали вот издательством вот мотивационной литературы нон-фикшн. А после чего мы поняли, что у нашей аудитории, которая нас читает, есть дети, есть племянники, и мы начали серию книг для детей. Но это опять не сказки, это не там, да, там биографические книжки, да. Вот у нас, например, у меня, кстати, есть вот эти книжки, да, вот, например, «Шинель», да, это биография, здесь 55% изложено детство этой уникальной женщины. Написано таким
думаю, что ребенку будет очень интересно читать, потому что это история про девочку. Ребенок в конце книги узнает о том, какая она крутая и сколько всего она сделала. И, возможно, этот ее опыт послужит для ребенка каким-то там вообще путевкой в жизнь. Да? Соответственно, там, например, там Никола Тесла, там, ну, то есть, как бы Стив Джобс, да, потому что очень многие знают, что такое iPhone, но не знают, что его сделал Стив Джобс. Да? И тут истории на самом деле не только такие вот прямо розовые и такие пушистые, радостные. Тут на самом деле история, ну, как бы жизненного пути человека, да, потому что у кого-то это прям вот такой, ну, как бы очень радужный путь. Например, у того же Стива Джобса, у него, да, приемные родители, у него там плохие отношения в школе, да, то есть и каждый ребенок здесь себя, и на самом деле это очень крутая мотивационная книга, вот. Образом это было не специально, но мы решили, что мы будем себя так отличаться. Ну, то есть издателей достаточно много в Украине, и мы решили, что мы будем отличаться от них тем, что, во-первых, мы будем издать мотивационной литературы для взрослых детей, во-вторых, то, что мы работаем только с украинскими авторами, да, то есть мы не переводим контент, мы не покупаем, например, там новую книгу Брэнсона и не переводим ее на там украинский, русский язык. Мы работаем конкретно с экспертной аудиторией рынка. Хорошо, тогда мы сейчас конкретизируем то, каким образом происходит сотрудничество с авторами, то есть как к вам может обратиться автор и издать свою книгу. А я перед этим хочу напомнить, что я провожу эфир с Ольгой Ивановой, руководителем издательства IPO. Мы говорим о том сегодня, как издать книгу. Сама я занимаюсь маркетингом, развитием бизнеса. Вот есть для зрителей, если среди вас есть люди, которые сегодня в условиях карантина думают о том, чем они могли бы быть полезными, чем они могли бы занять себя в это время, как бы они могли организовать свои услуги, свои продукты в онлайне, то вы можете написать к этому видео «Интересует», я с вами свяжусь, и мы с вами обсудим, как быстро можно упаковать ваш бизнес в онлайне, как можно там выбрать нишу, определить целевую аудиторию, прописать уникальное торговое предложение и подобрать инструменты маркетинга без бюджета. Если для вас это вопрос актуальный, как вы сейчас могли бы быть полезны людям со своим опытом, знаниями, продуктами, пишите «Интересует» к этому видео, и я с вами обязательно свяжусь. Вот. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И вопрос. Предположим, я автор, я хочу издать свою книгу. У меня есть тема. И я обращаюсь в ваше издательство за тем, чтобы эту книгу издать. Как происходит вот это взаимодействие? Мне нужно написать... А как вы обращаетесь в издательство? Вот, у меня сразу первый вопрос. Вы автор, и вы вот хотите обратиться в издательство. Как, да, у меня был опыт. Я, честно, своим опытом поделюсь. У меня был опыт взаимодействия с издательствами. Я сама написала книгу, которая называется «Исповедь СММщика». Про мой опыт того, как я занимаюсь СММ, развивала агентство, с какими я вызовами сталкивалась, как я разные рынки опробовала, к чему меня это привело и какой опыт мне дало. Я написала такую книгу, и я, значит, разослала в разные издательства, найдя у них на сайтах электронную почту. Как правило, они предлагают электронную почту, и вот я разослала всем предложения. Вот, кто-то мне ответил, кто-то мне не ответил. Но вот мое взаимодействие вот так вот начиналось. Как вот у вас это происходит? Ну, во-первых, вы знаете, как бы у нас даже небольшое издательство, но нет времени читать рукописи, читать книги. Поэтому я всегда считаю, что, ну, как бы, я всегда обращаю внимание, если автор прислал синопсис. Да, то есть, как бы, и меня когда приглашают читать вот там мастер-классы, я это рассказываю, как правильно написать синопсис. И когда этот синопсис грамотно составлен, то у издателя уже появляется уважение к этому труду, и ему не нужно перелопачивать там целую купу, ну как бы, смотреть, насколько это конкурентная книжка, потому что синопсис, вот я, например, даю прям пошаговую инструкцию, как правильно обращаться в издательство. Это, кстати, интересно будет нашим зрителям, которые нас смотрят, или вам напишут в комментариях, что пришлите, как правильно написать синопсис, я с удовольствием поделюсь.
Да, друзья, напишите, вот нужен синопсис в комментариях и получите вот инструкцию, как его написать. Пишите, кому это интересно. Когда автор уже написал, кто я, что я, я написал такую-то книгу, моя книга будет интересна таким-то людям, да, она закроет вот такую потребность людей, конкуренты в этой сфере, вот такие-то, такие-то, а чем моя книжка круче, вот тем-то, тем-то, тем-то. Это уже такая работа, да, издатель смотрит такой, ага. Потом у издателя есть свои инструменты, есть свои фишечки, как протестировать эту книгу, да, и в общем-то, очень быстро можно дать ответ, интересно, неинтересно, ну и тому подобное, да, то есть... Расскажите, пожалуйста, достаточно ли написать вам на сайт, вот на почту? Я же понимаю, что редактор, ну, у него там огромная работа своя. Неужели просматриваются все синопсисы и вся почта, ну, вот все письма, которые приходят на эту общую почту, указанную на сайте? Или все-таки вам, к вам лично нужно обратиться? Как это происходит? Вы знаете, книги, которые действительно составляют ценность и интерес, всегда получают свой ответ. Всегда. Вот. То, что просматриваем мы все точно, да, то есть как бы и тут в зависимости от потока. Если, например, в этом месяце был, ну, большой поток, что мы, например, не успеваем, да, что нужно только и делать, что нанимать человека, который будет отвечать на ответы, да, ну, как бы писать ответы, то тогда, конечно, мы отвечаем только, ну, ну, не всем точно, да, но, в принципе, если месяц, например, не загружен получением рукописи, да, и синопсисов, то, соответственно, мы, как правило, всем отвечаем. Но то, что мы каждое письмо видим, это однозначно. И бывает иногда прям вот так вот через почту появляются действительно такие прям вот книги, которые действительно мы даже потом связываемся с автором и уже начинаем вступать в работу и хотим издать эту книгу. Ну, то есть, в принципе, происходит вот этот вот общение автора и издателя, то есть, ну, оно существует. Это официальный путь через электронку? Да, или... через электронку. То есть это вот сотрудничество начинается именно так. Я пишу вам письмо на электронку, отправляю синопсис, вы его рассматриваете в течение месяца, двух-трех, пока, смотря какая у вас загруженность, и даете ответ, правильно? Всегда даем ответ, да. Интересно, неинтересно. Иногда бывает, знаете, такое, что книжка, в общем-то, потенциально интересна, да, но, например, уже сформирован издательский план там на следующие полгода. Просто издательство, оно, как правило, живет уже наперед. Да, вот мы сейчас закрыли свой план, ну, например, уже как бы до сентября месяца. И поэтому вот сейчас там издавать новую книжку, ну, то есть у меня такой нет возможности, потому что есть план, бюджет, да. Например, мне могла бы быть интересно там вот на какое-то, ну, какое-то там другое время. И тогда мы списываемся с автором и говорим, что вот да, нам интересно, но вам нужно подождать столько-то, столько. Некоторые люди, например, не хотят ждать, да, или, ну, им книга нужна сегодня, не сейчас, потому что, возможно, у него через месяц там какая-то конференция, и он бы хотел свою книгу презентовать, потому что на сегодняшний день книга – это маркетинговый инструмент эксперта. Визитки, книга, в общем-то, не может быть. Когда человек проводит лекции, проводит там тренинги, да, то есть является приглашенным спикером в каких-то конференциях, то если у него может что-то оставить, да, так, ну, то, например, свой труд, как книга, да, соответственно, работает потом и в обратную сторону. К нему приходят клиенты, да, соответственно, хотят какие-то, возможно, там, получить какую-то курс-сессию там, или личную консультацию. Там, да? То есть это самый сейчас крутой инструмент для эксперта, вот книга. Как бы некоторым авторам это бывает нужно срочно, здесь и сейчас, но и тогда мы предлагаем этому автору издать книгу, например, там, небольшим тиражом за его счет. Мы ее, например, можем взять на продажу и заодно для себя протестировать, да, как эта книга, насколько она востребована, а потом мы предлагаем контракт. Хорошо. Вы, исходя из того синопсиса, исходя из того письма, которое вам пишет автор, вы сразу понимаете, тема вот зайдет
или не зайдет? Можно вот прям с первых строк понять, эта книга имеет будущее, там, ее будут читать или нет? Но прям с первых строк, наверное, это непонятно, да, поэтому я и рекомендую автору писать, собственно, такой вот бренд-бриф, совмещенный с синопсисом, да. Просто как бы для чего? Для того, чтобы уже автор поработал над своим трудом, да, и уже смог его как-то презентовать, да, тому же издателю. А для этого он должен проделать работу. И он должен прописать там конкурентов, кто еще написал на эту тему, чем его труд отличается от других, да, то есть как бы, ну, в чем фишка, да, потому издатель, я понимаю, кто есть сейчас трендом на рынке, да, и если эта книга попала в тренды, да, то, соответственно, я тоже понимаю, что, скорее всего, на эту книгу там будет спрос. Ее, например, нужно там так-то, понимаете, тут, ну, в первую очередь, это попасть в тренд, да. А что сегодня тренд? Вот попасть в тренд, это в какую тему? Вот? Ну, на сегодня точно будет трендом коронавирус. Это я вас уверяю. Появится масса книг на тему коронавируса, не знаю, там всякие сибирские язвы, заражения и все остальное, да, то есть сериалы, да, вот если даже мы будем смотреть на фильм «Заражение», который был опубликован, да, ну, в прокате он был в каком году, в 14-м, да, или в каком? По-моему, 12-й год, по-моему. Или 12-й, да, то есть на сегодня он стал топовым фильмом, да, поэтому эта тема сейчас топовая. Все, что связано с вирусологией, да, вот, наверное, будет топовой темой сейчас про карантин, что делать на карантине и разбирать на эту тему. Наверное, про дистанционное обучение, про чем занимать ребенка на карантине. То есть это вот сейчас будет самая-самая ходовая тема. Вот буквально, скажем так, грубо говоря, там, ну, это полгода назад, да, тренды были там по саморазвитию, по здоровью, по уходу за телом, лицом. Причем желательно, чтобы это были какая-нибудь там или Камерон Диаз, да, или там на СНГ пространстве, это там Тина Камбулаки, да, вот. Те люди, которые предсказывают будущее, например, так, такой как Харари, да, то есть вот, ну, вот это вот тренды, как бы, скажем так, прошлого полугодия. Вот, поэтому, если мы будем говорить о художественной литературе, то вот прям вот новых имен я вам не скажу, но есть уже авторы, например, которые уже определенным образом заслужили своих фанатов, да, когда вышла в прошлом году у, да, то есть, «Город женщин», да, эта книга стала прямо вот хитом, и она продавалась очень большими тиражами, причем на СНГ-пространстве, ну и, соответственно, как бы в Америке, за рубежом, на других языках, соответственно, тоже. Например, Кристина Рубина опубликовала новую книгу, она тоже стала хитом. Или Улицкая, которая пишет очень редко, но у нее в прошлом году вышла книга «Сборник рассказов», она тоже стала бестселлером, хитом. Поэтому тут, на самом деле, нужно смотреть, да, на востребованность темы, на востребованность автора, на интерес к автору и, ну, такие... Хорошо, если автор написал вам письмо, вам понравилось его, вот, ну, его там рассказ, я не знаю, книга, как дальше происходит сотрудничество? То есть как дальше, что дальше, какие следующие шаги? Вот вы поняли, что да, вам это интересно, вы готовы это издавать. Какие дальше, ну, взаимодействия? Я буду просить прислать там, ну, наверное, это не очень этично брать целую рукопись. Я буду просить какую-то, во-первых, прислать мне содержание, прислать какую-то самую яркую главу, чтобы посмотреть, как этот человек пишет. И тут мне будет понятно, что в содержании, да, то есть как бы, как, и я сразу пойму, сколько у меня будет работы с этим автором, да, насколько там изложено, ну, как нужно, какого редактора нужно подключать, да, то есть как бы, который литературный или который просто редактор. Вот. Соответственно, когда я уже для себя оценила, поняла, что мне это интересно, то я предлагаю автору сотрудничество, предлагаю договор, где автор предлагает, ну, наше издательство свои авторские права на 5 лет. Вот. Mm-hmm. Говорю,
я работала на фронте, и на этом этапе сотрудничества там вы платите гонорар автору или роялти, оно зависит от тиража. Просто гонорар это разовое, как правило, часть каких-то там денег, которая получается там, получает автор разово. И мы с некоторыми авторами тоже так работаем именно за гонорар, которые пишут для издательства на заказ. И тогда автор получает свой гонорар, но авторское право всегда принадлежит издательству. Ну, там, по жизни. Да? А гонорар, мы не имеем права как бы, ну, там, на 50 или 60 лет эти права принадлежат нам. А есть роялти. Роялти – это автор получает с каждого тиража. И если книга успешная, соответственно, издатель ее допечатывает регулярно, и автор получает от каждой допечатки свои роялти. А если говорить о суммах, ну вот просто такой вот вопрос может людей, наших зрителей интересовать. Если это гонорар, то на какие суммы может рассчитывать автор? И если это роялти, то тоже какие это деньги? Это вот от издательства, как бы это все зависит от издательства и там, от их возможностей. Но там средняя цена роялти вот на рынке Украины, да, я не видела, ну вот первое, это не больше 10% от тиража. Вот. Если автор стал уже там мега популярным, то у него идет как бы градация. То есть 10%, 12%, 15%, 16%, 18%. И там уже, если, например, книга издалась суммарно больше 20 тысяч экземпляров, тогда роялти становится 12%. Если больше, чем 50 тысяч экземпляров напечатано, то там 16%. И вот такая вот идет градация. Но на старт больше 10% я еще такого не видела на рынке СНГ, и мы, как правило, собственно, прям тоже в рынке. То есть наши получают роялти 2%. Мы даем со старта, потому что, вот, например, там звездные издательства большие, они могут начинать там 10%, да, то есть 10-8%. Ну и, в принципе, наше издательство достаточно лояльное, и мы, например, заключили договор и на 3 года. Вот, ну, если, например, автор сам нашел возможность перевести себя на итальянский язык, но это я говорю уже из нашего опыта, то мы отдаем тогда право автору, ну, там, например, на перевод на итальянский язык, потому что я точно понимаю, что я на итальянский переводить не буду. Хотя некоторые книги вот мы сейчас перевели на английский язык. Я буду продавать права за рубеж. Хорошо. Я не могу вам сказать, потому что это все очень индивидуально, все зависит от книги. Понимаете, бывает книга, которая, ну, смотрите, каждая, ну, любая стоимость, роял или гонорар, это же все потом входит в себестоимость в книгу. И иногда бывает, что, ну, вот, ну, то есть, и соответственно, как бы, исходя из себестоимости, мы понимаем, что мы можем заплатить автору. Ну, что, ну, это все-таки такая коммерческая тайна, поэтому вот, я могу сказать, что с нами авторы всегда сотрудничают с большим желанием и удовольствием. Хорошо, хорошо. А скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что мы сейчас все больше и больше переходим в диджитал-сферу, а вообще спрос на вот эти печатные книги, он не падает? Потому что сейчас много в онлайне, книгу можно прочитать в онлайне, можно аудиокнигу послушать. Насколько вот этот спрос, он вообще как сейчас? Увеличивается, уменьшается? Есть ли какие-то тенденции? Понимаете, конечно же, с каждым годом это, ну, вообще ну, меняется эта статистика. Потому что если бы мы с вами говорили 5 лет назад, я бы вам рассказала, что люди, которые читают электронные книги, и люди, которые читают бумажные книги, это вот две аудитории, пересекаются они вот так, да? Ну, то есть как бы, это разные аудитории совершенно целевые. Сейчас я могу сказать это уже, что это число людей увеличивается. Опять, понимаете, у нас просто на самом деле
ну, как бы все-таки можно скачать и бесплатно, и, ну, то есть, ну, по большому счету, то есть у нас не очень хорошо защищены авторские права. И поэтому в этом плане, конечно, и издательство теряют, и авторы теряют. А если говорить о мировом рынке, да, у них все-таки достаточно читают бумажных книг, но все равно есть книги, которые уходят все-таки в электронный формат. Например, «Художка». Она, люди сейчас понимают, на море взять с собой 5 книжек почитать, это не очень удобно, да, то есть поэтому берут с собой читалку и погружают туда 20 книг или сколько там книг, и они не ограничены. Как начал развиваться рынок аудиокниг? Да, то есть за рубежом он уже, ну, года два, там все-таки уже прям вот хорошие показатели у них по продажам аудиокниг. СНГ, скажем так, и Украина, вот сейчас только-только вот люди начали тратить деньги на аудиокниги. Ну, я думаю, что эти людей потребители еще больше, но просто они ищут где-то эти книги бесплатные. Вот. Так мало книг, потому что записать достаточно дорогая как бы история. Это нужно студию, это нужно заплатить голосу, ну, то есть актеру. Вот, это фиксировать. Стоимость книги достаточно высокая, вот, а так у нас не защищено это в пространстве интернета, то, соответственно, как бы не так много книг встретишь новинок там, в аудиоформате. Но все равно этот рынок стал востребован и как бы рынок появился, да, то есть книги стали востребованы, рынок появился. Я не только аудиокниги, потому что за день так начитаешься, что глаза просто вечером уже не выдерживают. Поэтому я поняла. Но в общем тренде спрос на печатное издание, он как бы падает, или он на месте, или он вообще... Я могу сказать следующее. То есть точно на детскую литературу точно не падает. Нонфикшн не падает. И подарочная книга не падает. Все остальное я вам не могу сказать, но думаю, что падает, просто, ну, как бы, ну, нет у меня сейчас этих данных, потому что у нас, собственно, и книжных магазинов сейчас в Украине не так уж и много, и поэтому, ну, вот я вам не могу сказать. Да? Но, ну, на сегодняшний день все равно книга является подарком, да, то есть, и прям вот я могу сказать, что я прям вот радуюсь, когда на 8 марта у нас покупают с подружкам книжки, да, вот, и что это, ну, это очень ценно, что книги до сих пор, это, вот это все-таки, как бы это, скажем так, это вообще книга, это продукт. И в последующем, мне кажется, 50 лет, ну, книгу позволить могут не все. Она будет именно доступна. Скажем так, это может быть будет даже какими-то маленькими, да, и книга будет стоить, наверное, дорого. И это будет элитным продуктом. Один же развивается, и даже мы в этом вопросе развиваемся. Мы тоже сейчас готовим как бы проект именно по диджитал книжкам, именно с анимацией, то есть чтобы можно было читать и как бы, ну, анимировать. Так, хорошо. Друзья, кто слушает наш эфир, вы можете задавать вопросы, если вы планируете издать книгу, напечатать книгу, и у вас есть вопросы по тому, как организовать этот процесс, вы можете писать свои вопросы в комментариях. У нас мы общаемся с Ольгой Ивановой, руководителем издательства IPO, и она подскажет, как этот процесс организовать, как можно сегодня издать свою книгу, которая, как сказала Ольга, очень необходима, особенно для тех, кто продвигает себя как эксперт, как бизнес-тренер. Это такой элемент промо, поэтому пишите свои вопросы в комментариях, будем на них отвечать. Так, а такой вопрос. Вот я вчера слушала прямой эфир на канале
предпринимателя Евгения Черняка. У него там прямые эфиры выходят с предпринимателями, с известными людьми. Вчера была Ирина Хакамада, и он задал ей вопрос, какую книгу она читает сейчас, что ей сейчас заходит именно в этот период. Она сказала, что это Герман Гёссе, Сиддхартха. Вот. Что у вас? Вы что-то читаете? Что вас вдохновляет? Меня вдохновляет работа. Нет, я, конечно же, читаю. И вот как раз вот недавно перечитала все книжки это Гилберт, да, то есть они мне нравятся, я с ними отдыхаю. Вот. А вдохновляет меня очень сильно работа. И я вот сейчас вычитываю две интересных рукописи. Вот я работаю плотно с автором, мне приходят какие-то идеи, фантазии, и вот мы это дорабатываем, дописываем, докручиваем, придумываем интересные кейсы, и вот это меня вдохновляет больше всего. Книжки я читаю либо для каких-то полезных целей, да, чтобы расширить свой кругозор, либо для того, чтобы отдохнуть и переключиться. А вот ваше издательство выпускает книги, биографии известных людей, вы показывали вот, да, вот их детство. А у вас есть вот личность, которая лично вас вдохновляет? И... Шанель. Какой Шанель? Это же с этого вообще все началось. На самом деле началось все с того, что я мать двоих детей, и мне на самом деле не очень стало интересно второму ребенку, да, читать все книжки, которые я читала своему сыну старшему. И просто думаю, сколько можно. Я их читала в детстве, я читала их младшему брату, читала сыну. Но реально читать там третьему, четвертому кругу мне стало неинтересно. Думаю, ну, я пойду посмотрю, что на рынке есть. И так много книг было на рынке, да, я имею в виду, в магазине, да, которые бы, например, не читала там своему сыну. Думаю, это же на самом деле, возможно, из-за этого, скажем так, снижается качество чтения родителей и детей, потому что, возможно, не всем читать, да, там, третья аккуратина. Я начала думать в эту сторону, думаю, что же было бы интересно мне, как маме, читать своему ребенку. Я подумала о том, что, о, было бы, то есть я фанат биографии различных, да, вот. Самые мои крутые личности, которые меня вдохновляют, Фаина Родинская, ну, вот, вот это вот те люди, которые меня вдохновляют очень сильно. И вот я с интересом о них читаю все, что их в русском языке читаю, что они не сериалы, вот эти тоже. Вот, ну, как бы, что я хочу так глубокую серию. Вот, когда помогла очень редактор книги, она нам помогла организовать конкурс авторов, которые писали по городе. Конкурс иллюстраторов, которые рисовали иллюстрации в голове. Таким образом, получилась вот такая серия. Сейчас, слава богу, у нас там уже 15 книг серии. Вот так мы начали всю серию об известных украинцах, о тех, которые прославили Украину на весь мир. Вот продолжаем эту тенденцию и радуемся их читать. У нас прям уже клубы читателей, которые нам пишут о том, что мы будем хотеть прочитать. У нас прям есть дети-фанаты, которые нам присылают ролики, отзывы о том, как они, ну, вот, читают. Плюс ко всему, образы. Это была досуговая такая, вот для качественного досуга родителей и детей. Не у всех родителей хватает фантазии, как бы там, поговорить с ребенком на различные темы. А здесь получается, так как здесь в каждой книге это более чем 50% детей, это второе, и оно бывает разное, да, там описано, как они были, где жили, что носили, какие отношения в школе с сверстниками, отношения с родителями. И каждый год есть вопросы. И у кого там не совсем, ну, как бы не хватает фантазии, или, например, устал человек, то с этих вопросов по голове перейти на какие-то вопросы, что у него происходит на сегодняшний момент, что у него там в школе, как у него отношения с учителями, как у него отношения во дворе с друзьями, ну и тому подобное. Поэтому получается очень такой именно классный инструмент для времени, времяпровождения, для того, чтобы получить какие-то знания,
себя, то есть как бы и для того, чтобы поговорить со своим ребенком. Еще есть тоже очень классная фишка, что дети, которые например, там, о Тесле, там, да, или об Альберте Эйнштейне, и потом, когда мы все ходим в гости со своими детьми, и дети начинают как-то козырять своими знаниями, да, рассказывать взрослым людям, а знаете ли вы, там, чем знаменит Паскаль, я могу сказать, что все взрослые об этом знают. И как поднимается самооценка у этого ребенка, когда начинают слушать, задавать вопросы, и у него как-то появляется, там, вот, ну, там, входит диалог. Поэтому очень, я считаю, что это очень классная идея. И вообще, очень довольна, что мы были родоначальниками на украинском рынке. Мы первые сделали книги биографии. Появились уже с 2014 года очень много времени прошло, и, конечно, появилось уже много разных других книг. Супер. Я напомню вот зрителям, кто нас смотрит, что я сегодня общаюсь с Ольгой Ивановой, она руководитель издательства IPO. Вы можете задать свои вопросы относительно того, как сегодня издать свою книгу. Если у вас в планах есть во время карантина посвятить время этой творческой работе, и вы хотите знать, что вам для этого нужно, а также получить синопсис, вы можете написать комментарий, вы можете написать вопрос в комментариях и по поводу издания книги. И если вам интересен синопсис, тоже пишите. Интересно узнать, как написать правильный синопсис для того, чтобы издательство рассмотрело вашу книгу, и она как можно быстрее была издана. Так что будьте активны, участвуйте. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вообще, какие планы вы глобально ставите перед своим издательством? Вот есть какие-то такие планы стратегические, я не знаю, вот. Они у нас все время меняются, конечно же, есть. У нас, например, был план на этот год выйти на другие рынки европейские. И мы забронировали свое участие в Болонье. Это самая крупная выставка именно детских издательств. Она проходит, как правило, весной, один раз в год. И мы купили билеты, мы так подготовились, мы отправили книги на конкурс. У нас в этом году вышла очень тоже классная книга с иллюстрациями. Мы активно хотели участвовать, готовили билет электронный, написали уже всем издательствам, уже пытались организовать уже какие-то встречи. Ну, этот год был запланирован, мы хотели его посвятить выходу на внешний рынок. Сейчас мы, конечно, трансформировались и больше в работу для, например, вот для того, чтобы сделать что. Я могу, наверное, не знаю, увидят или не увидят, я могу показать, как бы, что это, да, то есть, как будут выглядеть книги. Могу показать. Это на смартфоне, например, это книга Эйнштейна. Покажу, что значит анимация, да, то есть. Книга с анимацией, правильно? Немножко видно. Видно, что он двигается. Да, видно, что двигается. Вот, и, соответственно, тут вот наши вопросы. Например, какой символ древнего города Уильм, в котором родился Альберт? И тут варианты ответа. Медведь, воробей. Вот, например, человек отвечает, медведь. Он говорит, неправильно, воробей. Молодец, ты правильно ответил. То есть вот еще в эту книгу будет добавлено еще звук, да, то есть, ну, как бы она будет не говорящая, не аудио, ну, например, если Альберт играет на скрипке, то будет, наверное, какая-то мелодия там Бетховена. Вот, ну, собственно, мы работаем сейчас вот над таким проектом, и в этой книге она очень удобна еще тем, что тут еще можно ее расширить. Если в печатную книгу у тебя есть, ну, определенное количество текста и страниц, то в такой книге, например, если, например, мы говорим о том, что Альберт очень любил слушать, как его мама играет Бетховен, то можно дать информацию из Википедии, кто такой Бетховен, да, то есть можно ее разнообразить фотографиями. Видно, да? Ну, в общем, да.
Вот. И я думаю, что это вот мы найдем тоже вот своих фанатов, и вот те дети уже, которые по-другому воспринимают информацию, да, потому что все-таки дети тоже изменились. Подача информации тоже изменилась, и когда ты ее подаешь, ну, то есть не все сейчас хотят читать, да, и я понимаю, что мы должны предлагать какие-то новые уже, ну, для нового поколения должны быть какие-то новые инструменты, поэтому мы сейчас как бы вот активно работаем над этими книгами, и для того, чтобы сделать этот проект, необходимо иметь книги на русском и украинском языке, да, то есть переводим эти книги на английский язык, потому что мы хотим запускать их через Play Market, Apple Store, и, соответственно, они должны быть предоставлены на разных языках, потому что ну, нам нужно как-то их окупать, соответственно, какая-то большая работа, и мы сейчас сосредоточены на ней. Вот. Вот мы сейчас учимся делать прямые эфиры, вот у нас в среду был прямой эфир с автором. Это первый раз в жизни. Вот, наверное, без карантина я бы, наверное, никогда бы в жизни не согласилась проводить прямой эфир. А здесь я была модератором этого эфира, задавала вопросы, и я поняла, что это очень так непросто. Так что, Аня, большое вам спасибо. Ну да, да, вам тоже спасибо. Можно сказать, новую профессию даже сейчас. И какие-то новые идеи, что с этим делать. И, ну вот... Я точно могу сказать, что у меня постоянно приходят новые идеи, а в связи с тем, что сейчас у нас нет, мы не загромождаем наш эфир, да, мы не стоим в пробках, мы не тратим время там, на дорогу, да, то есть у нас появилось все-таки, высвободилось такое время, ну, время для того, чтобы пофантазировать, помечтать, попридумывать, и мне кажется, что коронавирус каких-то придумал. Вот я прям в это верю. Очень круто, что раз мы не можем повлиять на эту ситуацию, дай бог, чтобы все были живы и здоровы, вот, но эту ситуацию нужно использовать для того, чтобы... Да, чем мы сейчас и занимаемся. Да. Да. Так, ну что, я, в принципе, задала все свои вопросы, которые запланировала. Вот. Вам, Ольга, огромное спасибо за ценную информацию. Я для себя, например, сегодня отметила очень много моментов, связанных с созданием книги. Я думаю, что это многим поможет и многих вдохновит на написание своей книги и издание своей книги. Я обратилась очень много людей сейчас именно на какие-то коуч-сессии, да, по написанию книг, прям на личные консультации. То есть реально люди сейчас вот задумались об этом. И вот у нас не так давно был большое мероприятие, мегатренинг, там, где выступали различные спикеры, которым есть чем поделиться. Это мероприятие на 6 тысяч человек или на 7 тысяч человек. И мы дарили этим спикерам сертификаты. Кстати, у нас выступал и Черняк, и... такого уровня. И я могу вам сказать, что мы дарили этим людям сертификаты на издание книги под ключ. И я хочу сказать, что очень много сертификатов вернулось, поэтому то есть, как бы, действительно люди используют это время для того, чтобы раньше за времени не хватало. Поэтому напишите книги, я отправлю синопсис всем, кому будет интересно, кто действительно решил заняться написанием своей книги, да, вот, поэтому вы можете заходить на сайт IPO, есть там закладка авторам, и там есть информация, как написать в издательство, вот, пишите синопсис, работать над собой и как бы... Да, и время для этого сейчас имеется, чтобы заняться написанием книги. Да, спасибо вам большое. Да, всем, кто присоединился к нам к эфиру, спасибо. Тут люди некоторые написали, что они хотят узнать, как написать синопсис. Так что будет кому отправить. А наш эфир будет доступен, да, какое-то время? Конечно, он будет доступен. Вот, и его можно будет репостнуть и на вашу страничку тоже. Мы разберемся, как это сделать. Всем тогда спасибо. Ольга, вам лично тоже спасибо. Мы так немножко сумбурно начали, но разобрались, и у нас получился эфир.
Да, спасибо большое. Да, все, всем пока. Всем пока.